Всем привет! Прошло уже больше 3 месяцев после моей операции на сердце. Даже уже 3,5 месяца. На самом деле давно хотел это видео уже записать. С некоторыми такими итогами, как вообще теперь мне живется. 3 месяца я выбрал, потому что 3 месяца это был срок, на который у меня распространялись ограничения после операции. То, что мне нельзя было поднимать больше 2 килограмм, нельзя было бегать, нельзя было заниматься никаким спортом после ходьбы. И вот, собственно, уже полмесяца я живу без каких-либо ограничений. Я еще и начал бегать, начал снова ходить в тренажерный зал, плавать в бассейне, в общем, потихонечку возвращаться в реальный режим. Все, в принципе, все классно, кроме одной небольшой вещи, о которой я совершенно не сожалею. Даже наоборот, это как-то идет на пользу, может быть. Хотя, в принципе, о какой вещи? Это где-то недели две назад, или, наверное, около полутора недель назад, я как-то встретился с друзьями там в бане, мы посидели. Ну, я решил взять маленькую бутылочку 0,33 пива, просто посидеть, пообщаться, и оказалось, что я совершенно не пил все это время после операции ни одной бутылки пива, и оказалось, что после этой маленькой бутылочки 0,33, которую я выпил в тот вечер, на следующий день у меня весь день просто болела башка, как будто я просто напился в предыдущий день, как будто я загулял и так далее. То есть ощущение такое складывается, что мне теперь совершенно нельзя пить алкоголь. Ну или можно, но как-то постепенно к нему пристращаться, чем я, в принципе, заниматься не собираюсь, потому что мне по кайфу сейчас заниматься спортом. Вот. Я снова вернулся в эти все виды спорта свои, любимые, бег и тренажерка, но без фанатизма пока очень легко. Я понимаю, что я, конечно, еще пока не привыкший и так далее. Вот такой основной итог после операции. Это то, о чем, в принципе, хотелось рассказать. В остальном жизнь идет нормально, была какая-то эйфория, то, что о чем я говорил в предыдущих видео, о том, что вот я выжил, моя вторая жизнь, я очень рад, очень счастлив, я по-прежнему очень счастлив, что я не умер, но эта эйфория, вот она потихонечку сейчас сглаживается, и все идет как бы в струю обычной нормальной жизни, где-то я могу погрустить, где-то что-то не получится, там, взгрустну, иногда я грущу-грущу, прохожу мимо зеркала, смотрю на свой огромный шрам, и это напоминает мне о том, что я сейчас мог быть мертвым вообще-то, а я живой, и пофигу на всякие трудности и грусти, это самое главное, и поэтому иногда мне это придает какой-то такой вот момент счастья, даже когда мне иногда грустновато. Это как бы вот такой вот плюсик, который, я надеюсь, останется со мной надолго. Чувствую себя каким-то более свободным, более раскрепощенным в плане того, что, блин, ну я бы мог бы быть мертвым, чего мне еще бояться? Чего мне еще бояться? Я могу делать то, что хочу. Вот, например, вот этот костюм, в котором я сейчас нахожусь, это даже не костюм, а всего лишь маленькая часть костюма. Недавно я в первый раз, ну, друзья, с которыми я выпил эту маленькую бутылочку пива, сказали, что они приехали на самую недельку на две и сказали: о, тут будет кинки-пати, погнали на кинки-пати, тоже сходишь. Я такой: окей, я никогда ничем таким не тяготелся, ну, то есть, в смысле, я никогда ничем таким не увлекался, но совершенно случайно у меня там оказалась такая шляпа, там еще кое-какие там штуки. Вот, я прикупил себе берцевые боты и нарядился в костюм моего любимого киногероя, а именно лейтенанта Коломбо. Я сейчас снова пересматриваю этот весь сериал. Вот, и сходил на кинки-пати, очень прикольно было. Много всяких моментов там прикольных. Ну, это, в общем, не особо такой изврат, то есть это просто как костюмированная вечеринка, больше прикол. Но прикольно. Как бы хочется этим... В какой-то момент на этой вечеринке ко мне подошли организаторы и сказали: чувак, у тебя здесь самый лучший мужской костюм, и я выиграл. Я до сих пор, прошло несколько дней, я до сих пор как бы вот в эмоциональном таком... Эмоционально как бы еще переживаю этот момент, что я выиграл конкурс на лучший мужской костюм. Я не старался, но очень даже приятно. Вот, про кинки-пати хотел сказать, это байт на подписку, сразу предупреждаю. Я скинул несколько фоточек,
Ну, я описал все, что, в общем, там, примерно, что там происходило на канале Крипта Фултайм, о котором я здесь говорил много раз, где в основном там пытаемся писать про крипту, но сейчас по крипте очень мало чего происходит, поэтому иногда пишу, как бы, как я развлекаюсь, пока мы отдыхаем, пока особо нечего делать и так далее. Это байт на подписку, ссылка на канал будет внизу под видео. Вот такая тема, вот такая жизнь идет. Значит, спорт, кинки-пати, радость того, что я не умер. Примерно все так, о чем я еще хотел сказать. Может быть... Блин, даже не знаю. Ну ладно, если, если что-то снова появится... В ближайшее время хотел, может быть, провести рум-тур. У меня прикольный, кстати, дом, вот можно видеть классный вид. Может быть, сделаю рум-тум, это типа как мини-анонс, наверное, сейчас. Если интересно об этом, то пишите, чтобы я точно знал, что стоит это сделать. Как я примерно живу, там, может быть, о распорядке дня расскажу и так далее. В общем, если это интересно, я сделаю, дайте знать. Вот такие дела. Всем спасибо за внимание, всем пока. Подписывайтесь на канал Крипта Фултайм.